перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ну что, ребят, первый блогерский клип с рекламы выборов наконец-то в сети. Шатаут Кузьма. Че, как думаете, кто еще будет рекламировать? Давайте считать вместе. Мне только что донесли важную информацию, что первый, оказывается, клип про выборы сделал Даня Комков. Будем считать, значит, его нулевым. Бля, интересно, кто в один ряд встанет с этим человеком? Засирать пипедастра, а потом вместе с ним рекламировать выборы. Это круто. Юлик, ты третий. Продолжаем считать. Ой, приходи на выборы, пойдем голосовать. А это мой бассейн личный. Братан, братан, говорят, если пойдешь на выборы, алмазный меч дают. Тебе что, не нужен алмазный меч? А как же будущее страны? Ну чё, потомки, как вы там? Как дела? Рассказывать? Да, Юлика посмотрел, классно. Кстати, меж тем, вы не думаете, что я хейчу тех, кто рекламирует выборы? Нет, не хейчу. Мне просто смешно. На самом деле, вот эту всю ситуацию... Да, нет, даже комментировать не буду. Это просто смешно. Мне вот интересно, прям очень интересно, кто еще будет. Кузьма очень круто сделал вообще, Кузьма красава. Очень качественная реклама. Давайте, делайте ваши ставки, кто еще будет. Базарю Лиска будет. Базарю. О, Сарик, здорово, как оно? Здравствуй, Ксения. Привет, привет. Нет, я не в Барселоне, увы. Я случайно здесь оказался вообще. Всего на пару дней. И вот уже завтра, получается, или послезавтра. Ну, короче, я уже вот на днях возвращаюсь обратно. В столицу мира, в Уфу. Я здесь нечаянно оказался. Но знаете, я вот на море не был, наверное, лет 5, может, больше. И вот как только я пришел на море, мне сразу в голову стукнула песня, и мы на нее сняли клип. Здесь есть чувак, тоже с Уфы. Он мне очень сильно помог. Руслан, спасибо огромное. Только знаете, дело в том, что песни-то еще нет. Я просто в голове как бы ее слышу, и я просто, ну, пел то, что в голове. Вот, приеду домой, уже запишу песню. Потом уже, как бы сначала снимаем клип, потом уже делаем трек. Это нормально. А все почему? Потому что я гений. Ёбаный гений. Не, новая песенка. Не покажу. Песни нету. Я приеду домой, ее запишу. Она вот тут, она в голове. Как говорил Энди из «Побега из Шоушенка», можно отнять у человека все, кроме музыки, потому что музыка здесь. Я примерно представляю, как она будет звучать. Я написал текст за час. Да, я в Томске.
И просто включали камеру, и я из головы пел. А уже, не знаю, конечно, в BPM ни хера нигде не попал, но что-нибудь придумаем. Блин, вот, кстати, меня удивляют люди, которые думают, что я рекламировал выборы в своем видео про выборы. Если вдруг кто не понял, это, ну, типа... Ну, неужели вам нужно это объяснять? Господи, ну что такое? Ну вы же умные. Я же надеюсь, вы же толковые ребята. Меня, надеюсь, тупые не смотрят. Как вы можете подумать, камон, что мой видос про выборы был рекламой? Ну хватит. Я же выстебал всю эту хуйню. Меня бесит на самом деле. Меня бесит вот такая некачественная в духе журнала «Максим», да? Где девушка парню не дает, точнее не девушка, шлюха, не дает парню из-за того, что он не голосовал. Вот это меня бесит, пиздец, как вот такая реклама меня просто вымораживает. И как только я этот видос увидел, я решил, ёпта, я должен снять свою рекламу. Ну и снял. А сейчас выборы пошли, ой, фу, выборы, клипы сейчас пошли от блогеров, вот... От Комкова я, правда, не смотрел и не очень хочу. От Кузьмы, от Юлика. У Кузьмы очень крутой клип, очень качественный. Но вот это режет слух, конечно, типа... Такая, знаете, нативная реклама это называется. Когда ты такой, вроде поешь, а совсем о другом, но у тебя в задании, которое прислал рекламодатель, есть фразы, которые обязательно нужно сказать. Но самое главное, что я должен сделать выбор. Я такой слушаю, такой, блядь, братан, ну почему тебе не стрёмно? Но клип крутой. Если вот это отбросить, вот эти вот фразы, которые обязательно нужно сказать, то да. У Юлика тоже, ну, неплохой клип. Ну, блин, они все с музыкальной части хуёвые. То есть они не умеют читать. Музыка, битло вообще, я не знаю, кто им писал. Наверное, те же, кто рекламу выборов им заказали, они битло и написали. Потому что это такое, ну, так примитивно. Это просто прямая бочка, да, тыщ, 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 и все. Не люблю такие треки. Ну, а в целом неплохо, неплохо. Я не хейчу, ни в коем случае. Достойные работы. Но просто вот эти фразочки из задания очень режут уши. Ты такой читаешь про то, какой ты крутой. На, я могу всех сыграть, я, бля, это, я крутой. Или что там Юлик, Юлик-то что читал? Типа, дис на Юлика, да, ах ты гад, там, типа, самоирония. Ах ты гандон, там, только реакции снимаешь, ла-ла-ла, дис на себя делал. А потом резко так, оп, но зато что-то я выбираю, зато ты выбрать. Голосуй за меня. Блять, так смешно, господи. Как им самим не стрёмно, я вот этого не понимаю. Как им самим... Знаете, вот сейчас я покажу, что примерно... что у меня примерно в голове. Смотри. Или вот это. Сука. Ну вот, то есть, когда я вот это делаю, мне настолько же внутри стыдно и противно, как когда я смотрю эти клипы. Собственно, ладно. Продолжаем. Будем еще считать, кто еще в эту игру ввяжется. Этот. Вы там не болеете. А, кстати, да, вы просили Пермь, мы добавили Пермь. Киев тоже добавили. Минск. Вот с Минском, блять, очень хочу в Минск. Но там какой-то новый закон, что-то надо получать, там какую-то гастрольку. Если все получится, я надеюсь, получится, я обязательно в Минск приеду. Обязательно, пацаны. Вот. Ну все, давайте, не болейте. Приходите на выборы. Блядь, я вот сейчас подумал. Аудитория-то в основном же молодняк. Зачем заказывать у таких блогеров рекламу выборов, если в основном смотрят люди до 18? Наверное, просто те, кто заказывают, они немножко не до конца понимают в блогинге. Вот так.
А еще очень многие, судя по комментам, и, ну, не понимают даже, что это скрытая реклама. И отсюда у нас вытекает два вывода. Во-первых, рекламодатели немножко ошиблись, потому что их реклама, больше половины аудитории не понимает, что нужно идти на выборы. А во-вторых, люди все-таки у нас немножечко еще глупенькие. Ладно, вы главное за собой следите и развивайтесь. И на выборы ходите. Все, пока. Я пошел это. Что тут делают? Курить траву там, да, и телок ебать, вот. Я же рэпер. Ну так Птаха думает. Птаха сказал, что я лучший рэпер страны.